Разборки в Одессе. ЛГБТ-активисты провели в центре города ежегодный марш равенства. Все подробности расскажет Андрей Анастасов. Металлические ограждения по периметру и 800 полицейских на улицах. ЛГБТ-марш еще не начался. Его участники только подходят к Приморскому бульвару, а на них уже вовсю идет охота. Радикалы в камуфляже выдергивают из толпы ребят в яркой одежде. Нападавших тут же задержали за мелкое хулиганство. Оказалось, это гости из Рівне. Я сам верующий. Мы уверены, что первый потоп в земле, это ученые уже довели, да? Он был через ЛГБТ. Содом и Гомора была спалена через ЛГБТ. Что будет, как на Украине мы допустим, оце узаконят, оце гомодиктатуру, да? Это будет, ну, це Украина развалится. Тем временем полсотни ЛГБТ-активистов выстраиваются в колонну. Их цель – обратить внимание общества на дискриминацию представителей ЛГБТ. Наши семьи, наша тень! Наши семьи, наша тень! Это для меня очень важно, потому что у меня есть партнер. Мы живем вместе уже 3 года почти, и при этом мы юридически являемся друг другу никто. И вот мы именно хотим, чтобы мы были юридически закреплены как семья. Возле памятника Дюку де Ришелье участники акции встретились с оппонентами. Они проводили митинг за традиционные семейные ценности. Что вы, дети, делаете? Мы получили великий приклад того, что грех вводят в закон. За считанные минуты колонна достигает финальной точки шествия. Это площадь перед Одесской мэрией. В Украине грядет эпоха децентрализации. И для нас важно, чтобы местная обладминистрация брала на себя ответственность за реализацию прав человека для ЛГБТ. После завершения акции участников марша в сопровождении охраны увезли из центра города. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.